Вы на канале «Умно и разумно». Лучшим другом является оливковое масло для кожи вокруг глаз и лица. В его состав входят витамины А, Д, Е, минералы и микроэлементы. Масло оказывает на кожу благоприятное действие, увлажняя и питая ее. А при регулярном использовании кожа ваша станет более упругой и сохранит ее эластичность. Сократится появление морщин. Но помните, что покупать нужно масло под названием Extra Virgin Olive Oil. Сегодня я представлю вашему вниманию три очень эффективные маски для лица. Первая – маска для здорового цвета лица. Потребуются ингредиенты. Оливковое масло – 1 чайная ложка, 1 чайная ложка косметической глины. Растворите глину в воде и смешайте с маслом. Наносите на лицо, после смойте теплой водой. Вторая маска – тонизирующая. Ингредиенты. Оливковое масло 1 чайная ложка, 1 чайная ложка лимонного сока и 1 чайная ложка морковного сока, 1 чайная ложка сметаны и 1 столовая ложка дрожжей. Ингредиенты перемешайте между собой. Получившуюся смесь нанесите на лицо на 15 минут. Смойте прохладной водой. В вашей коже вернется упругость и превосходный вид. Она подходит для всех типов кожи. Маска третья, придающая свежесть вашей коже. Ингредиенты. Оливковое масло 1 чайная ложка, 1 чайная ложка мяты. Ингредиенты хорошо перемешайте и нанесите маску на 10 минут на лицо. Следует избегать кожи вокруг глаз. А для ухода за кожей вокруг глаз полезно ежедневно вечером проделывать такую процедуру. Теплое масло нанесите на кожу вокруг глаз, делая легкий массаж, и расслабленно лежите полчаса. Затем снимите излишки масла чистой салфеткой. Взгляд ваш всегда будет сияющим, уменьшатся мелкие морщинки, кожа станет нежной вокруг глаз, будет всегда здоровой и увлажненной. Оливковое масло отлично помогает бороться с морщинами. В качестве бонуса я вам предлагаю еще одну маску от морщин для лица. Оливковое масло и сок лимона в пропорции 1:1. Смешайте, нанесите на 15 минут на лицо, после смойте прохладной водой. Зимой от холода вас спасет оливковое масло. Нужно сделать смягчающий крем. Возьмите за основу оливковое масло и мякоть авокадо. Получившийся крем избавит вас от излишнего шелушения кожи. Потрескавшихся губ вас спасет просто регулярное втирание масла в ваши губы. Желаю вам красоты и молодости. Благодарю вас за внимание. Всем пока.